Стать частью 3D-картин предложили самарцам. В Моле Паркхаус открылась выставка объемных изображений, не имеющая аналогов в регионе. Здесь можно почувствовать себя космонавтом, заглянуть в гости к Симпсонам, потягаться силой с Суперменом, прыгнуть с самолета, встретить Железного Человека и побывать дома у великана. Оптическим иллюзиям поверила Татьяна Пудова. Сразиться с богатырем, поднять тяжелую штангу, побывать в Антарктиде или на Луне, пообщаться с Железным Человеком – все это возможно благодаря трехмерным картинам. Изображения становятся объемными только при определенной точке обзора. Подобрать нужный ракурс помогают наклеенные на полу отметки. Хорошо, что дали инвентарь разный. Там вот, например, футбольные ворота, там дают мяч специально для этого. Очень понравилось. На создание выставки потребовался год. 7 художников из России и Европы создали 35 изображений животных, персонажей, мультфильмов и медийных личностей. Чтобы стать частью фантастического мира, нужно лишь захватить с собой хорошее настроение и фотоаппарат. Возрастных ограничений нет. Были очень приятно удивлены, когда к нам приходили люди, которым было 50 и выше лет, и они так раскрепощались, они валялись на полу, смеялись, улыбались. По времени люди не ограничены, фотосъемка бесплатная, то есть они просто платят за вход и находятся в галерее сколько угодно, все фотоснимки остаются у них. Детям дарим всякие приятные призы, подарки на входе, на выходе. Подсказываем всегда, пытаемся людей развеселить и расслабить, потому что люди сталкиваются с подобной выставкой впервые и чувствуют себя скованно. Наша цель их расслабить, и чтобы они получили максимальное удовольствие. Запечатлеть яркие моменты без риска для жизни можно в Моле Паркхаус до 29 ноября. Татьяна Пудова, Александр Каракулько, новости губернии.